Ну что же, друзья, мы продолжаем учиться танцевать, и сегодня будет несколько новых движений медленного вальса. Я надеюсь, вы с легкостью освоили наши предыдущие уроки и готовы продолжить. Начнем мы с перемен вперед и перемены назад. Приготовились. Приготовили правую ногу. И делаем шаг вперед. Раз. В сторону. Два. Подставка. Три. Все время должны переносить вес. Вперед, если мы подставили правую, то должны уже пойти с левой. Приготовились. Раз. Два, три. Раз, два, три. Это были перемены вперед. Теперь мы приготовимся танцевать перемены назад. Шаг назад с левой, шаг в сторону правая, подставка три. И раз, два, три. Раз, два, три. В паре, соответственно, это будет зеркально. Когда партнер двигается вперед, партнерша в этот момент с другой ноги двигается назад. Раз, два, три. 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 Итак, мы готовы станцевать под музыку. Перемены вперед и перемены назад. Приготовились? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Два, три. Все время спуск. На два подъем. Вниз, наверх. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, я надеюсь, вы освоили перемены вперед и перемены назад. И следующее движение, которое мы с вами выучим в медленном вальсе, это правый поворот и левый поворот. Мы с вами будем двигаться по линии танца. Линия танца — это линия по периметру танцевальной площадки против часовой стрелки. Ну что же, мы продолжаем. И следующее движение, которое мы с вами выучим, это правый поворот. Приготовились. Правый поворот в медленном вальсе. Приготовили правую ногу. Делаем шаг вперед. Раз. Поворачиваемся вправо вокруг оси. Два. И подставка. Три. Мы сделали половину сейчас правого поворота. Какая нога свободна? Левая. Прекрасно. С левой назад. Раз, два, подставка, три. Добавляем спуски и подъемы. И, конечно же, все время проглаживаем паркет. Приготовились. И раз, два, три, спуск, два, три. На три всегда подставка. Ну что же, попробуем сразу станцевать это в паре. Медленно. И раз, два, три. Это половинка правого поворота. Вторая половина. Раз, два, три. Попробуем под музыку. Добавляем спуски и подъемы. И, конечно же, все время проглаживаем паркет. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Все время меняются ноги. Два, три. Раз, два, три. Следующее движение, которое мы с вами выучим, это левый поворот. Приготовьте, пожалуйста, левую ногу. Станцуем сначала половину левого поворота, потом вторую половину. Шаг вперед. Утрируем. Наступаем. Раз. Поворачиваемся. Два. Подставка. Три. С правой ножки шаг назад. Раз. Поворачиваемся. Два. Заканчиваем. Три. Еще раз. Левый поворот. И раз, два, три. Правая, левая, правая. Ну а теперь мы попробуем с вами станцевать левый поворот в медленном вальсе под музыку. Раз, два, три. Раз. Два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Друзья мои, даже если у вас что-то не получилось, и вы пока ошибаетесь, ни в коем случае не расстраивайтесь. Это всего лишь урок, и мы с вами вместе учимся. Поэтому пробуйте, старайтесь, отрабатывайте движение до того момента, когда уже ноги будут двигаться автоматически, и вы будете просто получать удовольствие от танца.